Всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца щенка Хэнка. Хэнк, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Ну что же, друзья, отведем, давайте-ка мы его в туалет. Очень бедняжечка захотел, пускай делает свои дела. Очень здорово. И сегодня, друзья, мы будем передавать приветы. Будем, друзья, одевать Хэнка по вашим пожеланиям. Кроме того, друзья, будем открывать Хэнка те подсказочки, которые просили наши подписчики и зрители. Кроме того, друзья, мы еще с вами попробуем половить по тем подсказочкам, которые вы написали в комментариях, редких животных. Ну вот, здорово, покупали мы нашего Хэнка. Ну а теперь давайте-ка посадим за стол, купим ему какую-то вкусняшку. И пусть сегодня это будет буррито. Здорово, здорово. Кстати, друзья, тоже можете написать, чем бы вы хотели, чтобы мы покормили нашего Хэнка. Нам очень будет приятно это сделать. Ну, а пока, друзья, давайте-ка передадим привет всем нашим подписчикам и зрителям. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашего любимца щенка Хэнка. Кроме того, особый привет Аленушке. Аленушка, большущий тебе привет от нашего щенка Хэнка. Ну, здорово, здорово, друзья. А сейчас давайте-ка перейдем в... А, кстати, я же его не накормил. Вот, да. Вот уже 100% накормлен. И, друзья, давайте-ка мы с вами перейдем вот сюда, в гардероб, и приоденем нашего Хэнка. Но вначале давайте-ка я все поснимаю. Вот так. Ой, уберу вот эти очки. Итак, друзья, давайте-ка вот я подумал и решил, как лучше сделать, чтобы никому не было обидно. Давайте-ка вот я позаписывал все ваши пожелания и буду одевать Хэнка по очереди, вы будете писать, я буду записывать, и в каждой серии будет двигаться очередь. Кроме того, друзья, если будет 2-3 вот таких одинаковых как бы комментария, как нам, вам бы лучше хотелось бы одеть Хэнка, тогда я буду двигаться вне очереди. Вот этот. Ну, а сегодня, друзья, по очереди у меня первый стоит, это очки пилота и смогинг. Поэтому, друзья, вот сегодня вот такой вот будет Хэнк. Я его, друзья, сразу же... смокинг вот здесь. Я его сразу же вычеркиваю из своих записей. И в следующем видео уже не будет срабатывать. То есть, выходит, сегодня мы снимаем очки пилота и смокинг. А в следующем видео уже это видео, эта подсказка не будет работать, будет следующее из комментариев работать. Ну вот, здорово, вот такой вот получился необычный, прикольный Хэнк. Посмотрите, друзья, ой-ой-ой, почему-то очки не сработали. Давайте-ка, друзья, еще раз попробую их активировать. Почему-то очки я не сохранил. Ну, сейчас попробуем. Вот они, он. Вот, да, теперь очки сохранены. Ну что же, здорово, здорово. И, друзья, давайте-ка перейдем к нашим животным. Ага, почему-то нигде животных у нас нет. Но, тем не менее, давайте-ка, друзья, очень меня просили, друзья, чтобы мы попробовали открыть сегодня и рассказали, как открыть пегас-молнию. Итак, давайте-ка я вот перемещаюсь вот сюда, соберу бонусы. И расскажу о подсказках, как же поймать пегас-молнию. И, друзья, дальше вот Кирилл Надхо написал, как поймать аризонского феникса. И мы попробуем, друзья, использовать сегодня его подсказочку. Итак, начнем с тех подсказочки, которые просили наши подписчики. Итак, пегас-молния. Переходим в вкладочку с лошадьми. Это у нас 18-я страничка. И вот есть у нас пегас-молния. Мы уже поймали, друзья, 5 фотографий. Ну, пока что вот так. Итак, что же любит пегас-молния? Вот есть у нас пегас-молния любит пляж. Пегас-молния любит бассейн для вечеринок. Пегас-молния любит танцбол-диско. И пегас-молния любит игрушку НЛО. Вот три игрушки любимые, которые любит пегас-молния, на которые и удалось нам поймать. Кроме того, друзья, удалось поймать пегас-молнию на вот такой вот королевский диван. И еще удалось поймать, друзья, его на машинку-качалку. Итак, 5 игрушек собраны. Давайте-ка, друзья, мы сразу же отправимся с вами вот на пляж. И попробую я его поймать. Еще очередного пегаса-молнию. Итак, в прошлых частях, где-то 3-4
части назад мы пробовали ловить пегас молнию, и причем, по-моему, на разную еду. Поэтому, друзья, кто еще на что-то ловил, по-моему, друзья, очень здорово он пошел у нас на суши. Давайте-ка мы сегодня тоже попробуем его ловить на это блюдо. Ну и, кстати, пишите в комментариях, кто у кого на что пошел вот этот замечательный животный. А после, вот мы сейчас активируем, выпустили феромоны, попробуем кого-то поймать из редких животных. Но видите, не сработал, но здорово вот попалась птица Додо. Вот видите, как здорово пошла на суши. Кроме того, друзья, попался еще у нас вот такой вот тюлень. По-моему, это обычный, либо гренландский. Хорошо, друзья. Ну что же, не сработало суши. Поэтому, друзья, мы сейчас отправимся с друзьями с вами на лавовое плато и попробуем, друзья, поймать аризонского феникса для контрольного вот такого вот сохранения. Я еще раз активировал. Нет, не удается, друзья, не удается на суше. Ну что же, попробуем, друзья, сейчас использовать подсказочку, чтобы поймать аризонского феникса. Итак, давайте-ка перейдем вот сюда, лавовое плато. Кирилл Нетха нам вот написал такую подсказочку, что аризонский феникс очень здорово идет на магический шар и на торт. По крайней мере, он на вот этот продукт поймал. Ну, когда-то я пробовал его ловить на тортик, но был ли тогда хрустальный шар, точно не скажу. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем. Возможно, сегодня улыбнется удача и удастся нам поймать аризонского феникса. Ну, попробуем. Итак, пошло обновление. Удастся ли нам, не удастся ли? Смотрит. Итак, вот прошло обновление и попал к нам носорог, но аризонский феникс, к сожалению, не попал. Ну что же, для проверки результата, ну, не менее 3 раз нужно обновлять. Поэтому, друзья, давайте-ка еще разок обновим. Посмотрим, что из этого получится. Ну и, конечно же, друзья, было бы здорово все игрушки поставить за кристаллики. Возможно, туда тогда бы лучше животные попадали. Итак, кто здесь у нас попал? Подсвечивается у нас хип-хопотам. Вот здорово, очередное фото. Правда, за него мы уже получили награды. Вот подсвечивается вот этот золотистый тамарин. Обезьянка. Очень хорошо. Кроме того, друзья, еще подсвечивается... У нас вот такая вот слониха розовая. Замечательно. И еще у нас кто это подсвечивается? Хамелеон индиго. Здорово, здорово. И еще вот есть у нас вот такой вот мамонт. Ну что же, друзья, довольно-таки много редких животных мы поймали. Но вот того, кого надо, нету. Итак, друзья, давайте-ка я еще попробую вот 3-й раз обновить феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Удастся ли нам поймать, либо не удастся аризонского феникса. Вот попался военно-морской котик на глобус и на тортик. А вот тот, кого надо, пока не видно. И нет, не попало, к сожалению. Но вот посвечивается у нас... Хамелеон индиго, по-моему, это. Да, это хамелеон индиго. Редкое животное. Вот, но, к сожалению, друзья, не попалось. Ну что ж, поделаешь, не пошло. Итак, друзья, давайте-ка тогда мы еще попробуем, раз такое дело, все же вернуться к вот сюда, на пляж. Давайте-ка мы попробуем заменить вот эту еду либо на тортик, либо на что-то другое, и попробуем все же поймать пегас молнию, возможно, на другой продукт. Давайте-ка, друзья, я вот все же заменю на тортик вот это суши. Все-таки еда за кристаллики, возможно, друзья, лучше сработает. Посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка включим феромоны, откроем баночку и попробуем привлечь вот этих 2 редких животных. Итак, пошло обновление. И кого же мы сможем привлечь? Вот, друзья, удалось привлечь нам беговую лошадь.
Ага, нет, это значит не беговая лошадь сверкала, это, возможно, у нас сверкал вот эта красная панда. Да, это сверкала у нас про красная панда. Вот. Замечательно, как бы неплохо все прошло, но опять же, друзья, видите, того, кого надо, мы не можем поймать. Итак, обновляем феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Удастся ли нам привлечь? Вот, удалось привлечь фантослона, других животных. И вот, кроме того, еще опять беговую лошадь мы привлекли. Но, опять же, того, кого надо, нету. Ну что же, неплохо, неплохо. Давайте-ка, друзья, попробую, раз не идет у нас лавовая плата, не идет пляж. Давайте-ка мы попробуем еще отправиться к водопаду. Есть одно животное, которое тоже очень здорово идет на водопад, и которое мы давно не можем поймать. Это у нас вот в хамелеонах есть такой интересный зверек, радужный хамелеон, у которого уже 5 фотографий мы собрали, а вот остальные 10 никак не удается. Ловится он только вот здесь у нас на водопаде. Ну что же, давайте-ка, друзья, я попробую сегодня поймать вот этого хамелеона. Итак, что же за продукт ему поставить, чтобы его поймать? Ну, конечно же, друзья, давайте-ка купим что-то за кристаллики. Давайте-ка я попробую здесь тоже положить тортик. И попробую, друзья, вот разные игрушки за кристаллики. Хотя пока, давайте-ка пока будет вот так. Давайте-ка мы обновим, посмотрим, что из этого получится. Если же не будет результата, тогда, друзья, попробуем поменять игрушки. Итак, вот пошло обновление. Ой-ой-ой. Вот, здорово, друзья. Попался хохлатый пингвин. Довольно-таки неплохое фото. Уже 38, неплохая коллекция. Попался у нас вот это такой дикобраз. Тоже 28-е фото. Неплохо. Кроме того, друзья, есть у нас здесь вот белый мишка сверкает. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Неплохо. Ну и пока все. Ну что же, давайте-ка для контрольной проверки еще раз обновим. Посмотрим, возможно, попадется какое-то редкое животное. Ну вот, смотрите, друзья, как замечательно. Попалась слониха. Ну и это пока все. Ага, вот еще черный кокоду попал. Сверкает черный кокоду. Давайте-ка мы его тоже сфотографируем. Вот так. Замечательно, замечательно. Итак, неплохо, неплохо. Черный кокоду мы поймали. Ага, кроме того, друзья, вот попался дед лось. В прошлых частях, друзья, мы рассказывали, как уловить деда лось. А сегодня, вот видите, как здорово он попадает. Кроме того, вот попал еще вот золотистый тамарин. Отлично, отлично, друзья. Ну что же, множество животных попадает, но вот а тех, кого надо, нету. Нету, нету. И, друзья, либо менять игрушки, либо, ну, в принципе, мы можем, конечно же, попробовать поменять игрушки, но будет ли эффект, непонятно. Так, ну давайте-ка посмотрим, друзья, какие здесь игрушки за кристаллики, какие просто за золото. Вот, был у нас вот этот вентилятор за кристаллы, то есть нет смысла, друзья, и даже его менять. Возможно, другие игрушки. И пенек, видите, тоже за кристаллы. Так, а вот этот поднавес, он за кристаллики. Да, он тоже за кристаллики. Должен на него здорово идти животные. Вот, а вот этот шар не за кристаллы. Давайте-ка мы тогда положим вот эту подушечку за кристаллы. Возможно, тогда лучше пойдет. И попробуем вот этот бассейн. А бассейн тоже за кристаллы, вот, друзья. То есть, какое лучше, что... Ну, возможно, друзья, давайте-ка попробуем вот купить вот сюда грибы за кристаллы. Возможно, хамелеон лучше на грибы пойдет. Давайте-ка попробуем вот так. Возможно, это что-то поменяет. Итак, давайте-ка я обновлю феромонами. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, все же удастся привлечь каких-то редких животных. Итак, друзья, вот, получилось нам привлечь черепашку офисную. Ну и это пока почему-то, друзья, все. Кроме того, да, друзья, все. Ну что же, друзья, сегодня вот такое вот интересное видео. Не удалось, конечно, все, что хотелось, друзья. А вы, вот,
Кстати, а это что у нас за хамелеон? Ага, это у нас карма-хамелеон. Вот видите, друзья, появился здесь. Друзья, итак, кто знает какие-то подсказки насчет Пегас Молнии и Аризонского Феникса, пожалуйста, пишите в комментариях. Будем пробовать открывать вместе, чтобы собрать всю коллекцию. Ну, а пока что как-то, друзья, вот так получилось, не совсем удачно, но тем не менее, уже наш Хэнк устал. Поэтому, друзья, уже на этом будем прощаться. Итак, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Конечно же, пишите в комментариях, какое животное вы хотите, чтобы мы рассказали, как его лучше открыть. Практически у нас уже очень много животных собрано. Давайте-ка, друзья, сразу же пройдемся с вами по страничкам. Посмотрим, какие странички у нас закрыты, какие не закрыты, чтобы вы знали, что каких животных подсказки мы нуждаемся. Итак, друзья, давайте-ка я сразу же открою, пока есть немножко времени. Итак, давайте-ка начнем с первой странички. Первую страничку с кроликом мы уже полностью закрыли. Вот смотрите, друзья, полностью закрыта фотосессия. Отлично. Вот вторая страничка. Практически. Одной фотографии не хватает, чтобы закрыть страничку. Вот не хватает одной фотографии индийского кабана, и было бы здорово закрыть эту страничку. Но, тем не менее, пока не получается. Переходим дальше. Третья страничка у нас, друзья, закрыта с мишками. Здорово. Четвертая страничка не удается пока, друзья, закрыть аризонского феникса. Остальных птичек мы закрыли. Пятая страничка у нас еще не можем мы закрыть рысь. Специально, друзья, я ее не ловил. То есть надо будет все же сделать какое-то отдельное видео и попробовать поймать, именно уделить время, чтобы поймать рысь. Так, друзья, переходим к следующим подсказочкам. Итак, саблезубый тигр. Вот, шестая страничка. Лев, белый тигр и черная пантера собраны. А вот саблезубый тигр никак мы не можем. Кстати, друзья, вот есть подсказочки насчет саблезубого тигра. Нужно будет тоже попробовать его половить. Итак, седьмую страничку, друзья, мы полностью сложили. Это хамелеоны. Восьмой страничке, друзья, не хватает фотографии радужного хамелеона. А вот остальных хамелеонов мы сложили. Девятая страничка полностью сложена. Это у нас обезьяны и шимпанзе. Так, десятую, друзья, мы тоже уже полностью сложили. Так, одиннадцатая страничка сложена. Двенадцатая страничка, вот, не сложили мы только слоторога. Газель, антилопа, оленя и Рудольфа мы сложили. Здорово. Тринадцатая страничка полностью сложена. Очень долго не могли сложить фантаслона, но благодаря вашим подсказкам это получилось. 14-ю страничку тоже сложили. Была тоже проблема с Лиссабоном, но мы с ней справились. 15-я страничка сложена. Здорово. Так, 16-ю страничку мы уже сложили. Так, 17-я страничка сложена. 18-я страничка не хватает фотографий Пегас Молнии и Единорога. А вот Беговую лошадь и Зебру мы сложили. Так, 19-я страничка мы сложили, полностью закрыли. Очень приятно. 20-я страничка тоже сложена. Очень хорошо. 21-я страничка полностью сложили мы, друзья. Здорово. 22-ю, друзья, тоже сложили. Очень хорошо. 23-я страничка сложена. 24-ю, друзья, страничку не хватает у нас. А нет, сложено, полностью сложено у нас 24-я страничка тоже. И, друзья, 25-я, не хватает еще фотографий, чтобы закрыть синего крокодила. А так остальных крокодилов, видите, мы уже сложили. Ну что же, здорово, друзья. Пока на этом я прощаюсь. То есть пишите в комментариях, какие подсказки, по каких животных вы хотели бы услышать. А мы нашего Хэнка улаживаем отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья, до новых встреч.